Всем привет! Хочу вам рассказать, что мы открыли свой собственный сервер. Открытие сервера сегодня, 22 мая. На сервере присутствуют моды, о которых вы можете подробно почитать в нашей группе. У нас найдется место всем, как и для любителей PvP, так и для любителей рейдить базы. На сервере нет никаких донат-баз, донатного лута и спавна. У каждого игрока есть начальный капитал, который вы можете реализовать в банкомате. Зайти на сервер можно через Days SA Launcher или Steamский Launcher. Полное описание сервера в описании под видео. Переходи и начинай свое выживание. Чё ты акаешь? Ебанутый, блядь. Батя, как цыган, бегу, у меня со всех сторон все висит, карманы все на... Гранат похожий на пузырь, блядь. Кабанк по-любому стреляет, инфосотку прям. Пойдем. Спиздово, подожди, у нас другой, у нас миссия, блядь. А хули цели, мне что там делать? Пошли, я сказал. Там даже выстрелов не слыхали. Сейчас пробежим, как начнется. Там тру ту 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 пам 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 штучки, блядь, сидят. Не исключено. Нашел бинт тебе. Вижу в этот, в гору чувак поднимается. Какую гору? Вот к амбару, короче. Не к амбару, а вот домик левее. Короче, где лэп вот идет? В сторону бора, что ли? Да, туда он вверх пошел. Погнали, погнали за ним. Куда ты пойдешь, он в поле уж. Ты сейчас с ним. Я бегу. Смотри его. Да, стоит в кустах возле амбара. Нечем. Окей, я подхожу к нему в спину. Справа, если на амбар смотреть, кусты. Убил. Иду к тебе. Блять, быстро ночь. Бля, проебал он здесь момент, когда он был. Бил минус. Бля, хотел только проверить, короче. Привет. У меня есть еще просто микро... Ой, это звуки выключены. Спасибо большое, бро. А ты что мне говорил? Просто у меня эти войс был выключен. Я говорю, слышишь, три типа в городе. Ага. Понял, а где? Вот. Правый дом. Сафари или сафари. Вот. Трехэтажный дом. Я понял. Самый понял. Правый. Там мой сидит и в контре тоже напротив. Там база, походу, или что-то такое. А, ну я понял, туда. Вот что они здесь стерлись. Ладно, Санек, давай мы. Давай, давай, давай. Дальше погнали. Давай сейчас. Давай. Что там, сколько тебе? Вы сейчас, кстати, отсюда уходите или вы здесь будете сейчас? Да, мы уйдем. А, ну все тогда, чтобы мало ли, чтобы встретиться. Все, спасибо, давай, пока. Все, давай, счастливо, давай. Да ёпте. Они, походу, захуячили его. Да, вон он пробежал, я видел, это подписчик. Нет, они здесь. Ближе к тебе? Да, напротив. Короче, двухэтажка, где на крышу можно залазить еще. Я к тебе подбегаю. Вот они забивают здесь. Путик СЗ, блин. Ну, вот, ну. Вот оно здание, вот. Вот в этом здании они. А, вот в этом? Да. А, ну вот, вижу, да, тут эти ворота ебучие. Блядь, смотрю, главное, на тебя, не вижу снизу, что здесь ворота.
Напротив здания занимает, набрал. Один возле меня. Минус. Хорош. Чекал в окно. Там, то есть можно, да, попробовать залезть, по сути? Там, короче, ты на перила залазишь и на ту крышу прыгаешь. Я понял. Соседнее здание. Опа, по мне. Подходи. Из бара. Да, слышу. Обхожу его. Он выходит, по-моему, из бара. В какую сторону идет? А, погоди, нет. Ты бегаешь? Нет. Блять, убили. Тебя этот, походу, убил. Короче, туда мой подписчик забрался на базу. Рейд получился, пока что я бежал с берега. А у них есть там магазины? Патронов куча только. Сейчас гляну еще. Смотрю еще, лазю. А как он, отсюда прям запрыгнул туда? Да. Только это, ближе подойди. Туда прям. Подошел, блядь, ближе, нахуй. Да, блядь. Пизду. У меня по хп что там? У меня, у тебя что, красное? Красное, да? Да. Ну-ка, ля, это. Да кому? Убили. Блять, я спрыгнул, тоже умер. Прикинь, с высоты. Есть. Сука, он голый вышел. Казантип убил, красава. Блин. Hello. Надо было тебя подстраховать, что-то я тупанул. Привычка. Короче, бери хоть этот. Давай по максимуму. Рюкзак какой, блядь. Да, надо уходить. Иди сюда, иди за мной. Я понял. Выбирай себе, что тебе надо, короче. Ты куда, в зелено бежишь? Да я уже здесь. Ни еды нет, блядь, это хуё в жёлтом загорелось. Ну там найдешь, у зелено-то начит, можно. Поебу я найду там. У меня тут вообще стреляет старый собор и кабанка. Бля, передо мной где-то тело сидит, а я его не вижу, где-то стреляет. Блять, вообще его не вижу. What the fuck, как так-то? Нашел.
Я, короче, забрал 110 у него. Сейчас магазин забираю, и все, у тебя будет пухо. Можно в пустошке пересечься. Давай там где-нибудь, сейчас я тогда оббегать буду. Ёб твою мать, оббегать нахуй. Как раз когда я хотел оббегать, там стреляют. Сука. У меня тип еще один. Ёбнул опять кого-то. Да. Просто так ебал типа. Да, бля, он куда-то стрелял, я не знаю, в сторону. А, вижу, он тип бежит. Блядь, три попадания нахуй, ему похуй, он бежит дальше в ахуе. Как играть в эту игру? Ебать, он стреляет прям возле меня. Вон два тела бегают. Три тела, ну как я и говорил. Все, этот вересник пробежал. Любому, блять, откуда вот сняли, я нихуя не понял. Погнали до Лопатина сбегаем. Посмотрим, что там. Тут вообще непонятно, на двушках походу вообще нету никого. Надо еще здесь посмотреть, здесь же любители, блядь, застраиваются. Блядь, продернуло меня. Вон, тело бежит. Вижу. Прям по дороге хуярит. Видел. Направо, да? За кирпичку зашел. Да, за кирпичку зашел. Вот наш, походу, клиент это. Он, скорее всего, сейчас пить побежал тут на никак, на колонку. Нет, не вижу его. Нашел, да? Ну да. Хуя себе кепка, блядь. А где ты въебнул? Да вот он здесь, возле этой двухэтажки, блядь, стоит. Закрывай их в этом гараже. Да ты посмотри, где скок. В гараже их надо закрывать. Ребище, еще гараж не закрылся. Мне тоже, сука. Блять, меня кровоток хуярит. Давай, перевязывайся. Че, кепка была, да? Ну как сказать, кепка с автоматом с нормальным. Блять. Там станок у меня на 60 был. А где он? Я его разрезал, еще какой-то тип вышел. Он в кустах просто упал. Я режу его сейчас. Ой, Сань, ты вообще там заикаешься, пиздец просто. Блин, здесь забор-то один открытый. Туда, может, если бы пролезть бы в окно бы. Ну, поднимись сюда. Наверх поднимись. Наверх поднимись. Да мышки уже все, кнопки пизда. Не, как будто тебя там кто-то поймал и что попал. Иди сюда. Вон, возле окна садись вот здесь вот. Мне просто отталкиваешь нас от себя. Но, блядь, черка всадить, что ли, нахуй, чтобы заскочить. Подожди, я наполовину уже там. Да я вижу. Блядь, сука! Меня колбасит, пизда, короче. Я куда-то в текстуру залез. Я в текстуре.
Как ты вылазить будешь оттуда? Да, вылезть эту хуйня уже. Там. А это уже второе, да? Да, ты сразу ползти. Хотя релогу здесь, нахуй, я не знаю. Че, без толку? А, я не знаю, что я сейчас залез. Ну, как бы... Ну, вот ствол один есть, ладно. А, я все, вылезу отсюда. Все, найс. Короче, тут нечего брать. А, вижу чувачка, короче, возле базы, его убивают. А, нет, он кого-то там убивает. Где, прям там уже? Блять, или кто кого там убивает, я вообще не понимаю, короче. От этого замка в сторону ТИС, если бежать, блять. Там база стоит, там два типа трутся возле этой базы. А, вон ты, вижу тебя. Вот, ему нам он туда наверх подниматься, там как раз базы, там два типа. Куда они съебались, я теперь хуй знает вообще. Ты уже туда прибежал, что ли? Да, да, да. Бать лагает, жуть. А, они долбят, долбят. Одного положил. Еще один тут где-то есть. Он это бьет ты... до сих пор. Меня убили, извиняюсь. Осуждаю. Просто я не понимаю, где этот. Попал по второму. Где он второй-то, блядь? Хуй знает, куда ты исчез. Добил. Да-да-да. Все, киллфит был. Да-да-да, я просто зомби еще бил. Ему похуй, да, он его братана убивает, этот все равно ломает. Я-то, кстати, этого не понял, что-то прикол, если честно. Меня убили, да похуй, надо ломать, говорит, дальше. Бля, короче, его лут весь текстур провалился, нахер. Вот это я понимаю, настоящий товарищ, блядь. Сказали это, рейдим, все нахуй, без всяких личных. И похуй вообще. И похуй. Разъебали всю команду, и поебать. Я бы еще так голову повернул бы на тебя, смотрел бы и колотил бы. Прикинь, блядь. Сука, я вообще в ахуе.